если говорить юридическим языком, пиратство – это, конечно, разновидность воровства, и надо его всячески ограничивать. Но, оставаясь на почве реальности, надо понимать, что искоренить вообще пиратство будет невозможно, а уж тем более в России, где традиция пиратства и его, так сказать, массовые распространения, но они совершенно беспрецедентны. И здесь все-таки я надеюсь, что будут изобретены какие-то технические новинки, то есть какие-то технические средства, программные средства, которые защитят авторские права. Надеяться на то, что некие полицейские, там, которые будут вооружены не дубинками, а компьютерами, будут бегать и ловить пиратов, бесполезное дело. Это вызов нашим технологам, которые должны найти здесь надежное какое-то средство на уровне 21 века.